Пенсионерка Тамара Николаевна живет в многоквартирном доме на Вольской. Женщина ежедневно следит за работой регоператора. По ее словам, коммунальщики относятся к своим обязанностям ответственно. Контейнеры всегда чистые, отходы вывозят вовремя. На площадке порядок. На протяжении 9 лет я наблюдаю за вывозкой мусора с окна. И всегда у меня сердце радуется на этих работников, аккуратных, порядочных, очень хорошо убирают в одно и то же время. В новогодние праздники сотрудники рекоператора тоже не отдыхали. На зимних каникулах специалисты вывезли из самарских дворов более 20 тысяч тонн мусора. Для этого пришлось задействовать около 400 грузовиков. По словам представителей коммунальной компании, тарифы в 2020 году расти не будут. На 2020 год тариф остается без изменений. 598 рублей 16 копеек за куб. Сотрудники колл-центра признаются, жители Самарской области хотели оплатить все долги до наступления Нового года. Шквала звонков не было. Все хотели оплатить до Нового года, все свои долги по платежам. А касаемо невывоза мусора, звонков было очень мало, 29 зафиксировано только. В ближайшее время регоператор планирует заняться переработкой новогодних елок. Деревья будут дробить, после чего экоматериал отправят в конно-спортивные клубы и в самарский зоопарк. Анатолий Головко, Николай Епифанов, «События».